Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик на интересного героя. И напомню вам, что идет конкурс на Некроса. Ссылочка будет в описании к видосу. Переходите, смотрите, трешуйте целый час, как делают это многие. Так, хорошо. Сегодня у нас будет обзор на вот такого вот героя. Ведьма, прокачал ее. Многие просили потестировать ее с железной волей. Железная воля дает 18 секунд иммун к оглушению, страху, эффектом снижающим энергию. Рунами стоит ремочка, то есть ее вы не заблочите, только единственная ара может заблочить. Почему именно железная воля? Потому что у нее есть встроенный талантик бог войны, плюс у нее офигенный дамаг. Бьет сразу 5 целей, снимает все бафы, призывает 2 тыквы на 15 секунд, кулдаун 10, имеет встроенный талант бог войны. Ну, тыквы наносят ближайшему врагу, уменьшают энергию, наносят урон. Ну, в общем-то, такое все. Так, артом у нас будет стоять топор. В снаряге стоит передача энергии. У меня стояла безмолвный выстрел был, плюс одна клетка, пока поставил во время теста передачу энергии. Потестируем. Созвездиями она у меня собрана была под архидемона. Сейчас мы это все поменяем. Она, в принципе, там уже не особо нужна. Соберем ей крит. Смотрите, как пятерки. Крит, урон, атака, уклонение, атака. Давайте так возьмем. Крит, урон оставим. Все остальное сейчас поменяем. Жестко тогда. Затычку сразу 5. Админский аккаунт, что тут говорить. Так, сейчас мы наролим ей еще крита. Крит что-то в последнее время плохо падает. Где ее применять? Ну, применяли ее на архидемоне, пока не вышла Фрея, которая как бы более универсальна, и плюс ее не так просто слить. Голуби у нее тоже ничего так наносят урон. На PvP локациях, в забытой, в лабиринте можно использовать, на боссах, то есть она очень неплохо себя показывает. Ну, честно говоря, с выходом последних героев она свою актуальность потеряла, как и многие, в принципе, герои. Так, смотрите, крит вообще не падает. Что-то сегодня вообще жесть полная. Так, вот есть крит. Ее как бы смысла собирать на какое-то уклонение нету, она все равно она не спасет. Единственный вариант — это если она у вас там будет с бастом, у нее будет побольше жизни, то еще есть шансы, то... Сейчас посмотрим ее статы. Там в основном не ихти. Так, ну... Не хочет нам крит что-то падать. Сейчас будем полчаса мучиться. Так, еще крит есть. Все, нам 2 осталось переролить, и можно будет бежать. Так, крит урон, крит сопротивление. В принципе, неплохо. Оставим пока такую сборочку. Так, что по статам у нее? Атаки 9000, не так уж и много. Рудами там еще плюс 7. 300 с надбавками разными жизни, как видите, 145 тысяч, это не так уж и много. Скорость движения нормальная, частота атаки средняя. Пока на нее 12 скилла нету, если будет 12 скилл, обязательно сделаю на нее обзор. Бьет она у нас и здание, и юнитов, короче, бьет все, что хочешь. В этом как бы большая проблема теста для нее, ну вот 350 тысяч Анубису прилетело. Вот, а ну-ка тут. Ну, тут тоже есть стрелок, попробуем. Вот стрелка заваншотила просто. Вот тут можно будет сейчас посмотреть ее урон. Вот ее тыковки пошли.
Так, Анубис. Вот смотрите, просто ваншотит их всех нафиг. Так, ну успеет. Ну, вот видите, 18 секунд прошло, все, она бесполезная стала. То есть такой талантик чисто на по локации. Но сейчас должна нормально шатать. Ну. Вот. Поэтому как бы сейчас еще найдем кого-то. В рейдах мы особо ее не потестим. Пойдем сейчас на по локации. Ну, шатает, шатает неплохо. Вот у нее, конечно, тыковки. Ну, самое у нее основное то, что она снимает. Так, ну-ка. Вот видите, здание бьет. Ну, выносит вроде как бы. Так, отлично. Побежали. Давайте ее попробуем на арене. Сейчас запустим. Я, по-моему, там в топ не подымался. А, нет, я уже поднялся в топ. Ну, давайте создать команду. Сейчас добавим сюда ее. Есть. Сохранить. Тут будет лучше видно. Вызов. Одну пустим. Вот смотрим. Вот хранитель включился. Смотрите сейчас. А, нет, не попало или попало по нему. Жесть просто. Неплохой урон. Давайте вот этого попробуем. Так, Анубис. Вообще не видно. Ну, то есть, видите, как бы особо прикола в ней здесь, ну, как бы, я не вижу. На арене тем более использовать. Она не автопрокер. Вот единственное, что вот сейчас ее спасает от стана. Так, смотрим. Сейчас полетит урон, если успеем. Вот смотрите, заваншотила там сразу троих. Ну, урона, конечно, немерено. Афину практически снесла. Тут у нас камень разбили. Давайте обновим. Может, кто-то будет интересный. Поехали. Так, смотрим. Мара бежит вперед. Ну, кому-то там половину снесла. То есть особо такого здесь ничего нету. Побежали, потестим ее в забытой битве. Так, это что я, получается, вчера пропустил? Да. Ну, ничего страшного. Так. Так. Какая у нас тут пачка сливная? Создать команду. Ну, давайте сюда сейчас ее поставим. Допустим, в паре. Сейчас мы попробуем ее одну сначала. Тут, конечно, пачки противников слабенькие будут. Давайте обновим. Какая-то рябушка есть. Поехали, посмотрим. Единственная нара, сейчас бы не попасть. Ну вот смотрите, она там ушатала. Единственное, резнулся череп. Она неплохо наносит урон, конечно, но она одна. Сейчас попробуем еще раз такой тест, а потом попробуем в паре с Медузой и в паре с этой, с Леди Лео. Тоже железной воли. Ну, тут, я думаю, мы затащим. Такая сборка, в принципе, хорошая, так как и БВшка. То есть у вас просто получше получается в первые секунды герой будет выживать. Но какие минуса? То, что 18 секунд это раз, а во-вторых, у нее жизни немного по сравнению с Бастионой. Ну вот она их всех просто ушатала. Ну, опять же, это герои без эволюции даже. Но урона тут у нее, как видите, немерено. То есть вы там... Есть вариант еще с грубой силой потестировать. Тоже, в принципе, будет немерено урона. Ну, смысла грубой силы на ней, как и того же самого Бастиона, как бы особо нет. Точнее, Бастиона есть, а БВшку мы не можем поставить, там какой-то другой. Ну, ваншотит просто. 5 целей, она сразу же всех ваншотит. Это она одна. Сейчас мы попробуем. Ну, тут понятно, тут герои такие, что
Сейчас мы попробуем найти кого-то серьезного по аватарке. Ну, никого нету. Ну вот, допустим, приблизительную сборочку сейчас покажу. Сюда, конечно, надо будет либо Дрейка. Дрейк у нас в другой пачке, в принципе, чтобы остановить вражеских героев. Вот Медуза. Или Делео. Сейчас я поставлю на них тоже ремки. Ремка стоит. И Медуза. Вот так. Так. Забытая. Так, обновлять мы не можем. Давайте на вот этого ебучего лося. Сейчас мы ему дадим леща. Вот смотрите, что они делают. У них нету стана. То есть это как бы самый большой плюс. Плюс у них, особенно у Медузы и Лео, уже 12 скиллы, там немерено урона. Лучше бы, конечно, мы на вторую эту пачку попали. Так, есть. Ну вот какой-то есть вроде Срину. Ну, такая себе пачка, конечно. Ну, тут без вариантов просто. Вот такая вот, плюс сюда еще поставить Дрейка, того же самого малыша Ника. У них очень много урона, ставить их безмолвный выстрел, плюс одна клетка. Они первыми бьют, и в принципе все. Плюс стан. Давайте еще вот этого попробуем, хранителя. Заодно посмотрим, если хранитель ремочный. Будет интересно. Не, хранитель, к сожалению, не ремочный. Вот смотрите, что они сделали. Понятно, здесь тест у нас как бы не особо правильный, потому что тут герои противника слабенькие все. Ну, моя задача вам показать, для чего такого героя можно качать, стоит ли качать. Я бы, допустим, если у вас он, точнее, ведьма там одна, то лучше все-таки бастион, как по мне, вкачать, потому что, ну, железную волю, ну, хотя можно железную волю поставить. Тоже как вариант, видите, она нормально раздает вместе с другими. Вот три героя железной воли и шатают неплохо. Вот так вот раздают. Вот, где еще? Давайте покажу вам ее. Так, лабиринт у нас закрыт. Нет, открыт, чудесненько. Создать команду. Убрать. Вот это трио. Сейчас посмотрите, что они могут делать. Ну, 9 героев. Вот смотрите. У нас с отхила только один ангел. То есть можно еще. Ну, я просто показываю. То есть вот это PvP, грубо говоря. Ну, не особо это PvP локация. Но дальше будут посильнее пачки, конечно же. Но вот, допустим, Лео и Медузу однозначно я использую до 50 этажа, дохожу, потому что, ну, они реально того стоят, вот именно железной волей, они просто тут решают. Ну, плюс ведьма тоже дамажит, попробую ее тоже, она сносит неплохо, я так смотрю. Вот они с простыми пачками справляются на ура. Может, нам сейчас повезет, встретим кого-то топа. Ну, на первых этажах вряд ли. То есть она вот по себе ведьма интересный очень герой, и есть смысл. Можно ее использовать на боссах в королевской битве. Я ее использую, если надо очень быстро убить и проблемно. Вот тут видите, обхранителя просто слились. То есть у нас столько уже атаки, что просто нереально. Вот опять же еще одна проблема, это отражалка. От отражалки убьется
Что бывает, говорю, бывашное, а что с Бастом, там, что с другими талантами, очень много у нее урона. Так, ревностный. То есть сюда даже на босса, на этих, на гоблинов можно брать. Ну, это первые этажи тут, в принципе, они легкие. Там у меня начинается с 20 этажа уже с ними проблемы из-за силы. В принципе, ребят, вот такой вот тест. Герой сам по себе интересный. Сборка, в принципе, вот такая именно для PvP-локаций. Да, для других там локаций не особо. Я бы все-таки рекомендовал Баст, но... Если вот хотите увидеть максимальный урон, так это вот этот талант, либо грубая сила, и она там будет дамажить. Но опять же, это чисто на таких локациях, где стоят герои. Видите, тут бьет по зданиям и все, и ты ничего не сделаешь. Вот единственное, у нее тыковки, это тоже очень большой плюс. Вот смотрите, дамажит. Ну и ее, соответственно, убивает тоже очень быстро. Вот мы по зданиям били, то есть такое. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Напишите, кого вы хотите увидеть, с каким талантом еще потестировать, показать вам. Обязательно участвуйте в конкурсе, ссылочка на Некроса в описании. Всем удачи, всем пока.